На развитие транспортной системы России до 2030 года планируется выделить до 106 триллионов рублей. Правительство приняло проект соответствующего документа. Окончательно его утвердят после принятия бюджета на 2014-2016 годы. Выступая на заседании, Дмитрий Медведев подчеркнул, что главная задача – сделать транспорт современным, доступным и безопасным. В ходе встречи также подвели итоги программы за последние 5 лет. Реализован целый ряд крупных проектов на Дальнем Востоке, в Забайкалье и на юге страны. Реконструированы железные автомобильные дороги, аэропорты, морские и речные порты. Дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в соответствующую сферу стали крупные мероприятия, которые проходили и будут проходить в нашей стране. Я имею в виду форум АТЭС, Универсиаду в Казани, ну и подготовку к Олимпийским играм в Сочи. Конечно, останавливаться нельзя. Нужно стремиться к тому, чтобы реконструировать, строить и содержать объекты транспортной инфраструктуры на основе самых современных технологий в разумные сроки и, что, наверное, особенно важно для нашей транспортной сферы, по приемлемым ценам.